Ну вот он, паук, медведа, свин, видишь? Кто твой папочка? Чего, блин, кто? Они наняли демона на место босса, серьезно? Всем привет, меня зовут Скрэйчи, мы продолжаем играть в Майнкрафт. Ну и короче, ребят, сегодня, как вы поняли, я опять играю за Санса из Undertale. Но самое главное, что я устроился на офигительную работу. И прямо сейчас у меня первый рабочий день. Самое главное, не накосячить никак и так далее, вот, чтобы меня не уволили. И вот как раз таки вот эта вот самая секретная дверь. Если честно, понятия не имею, что за ней находится, но суть моей работы заключается в том, чтобы ее просто-напросто охранять. И как мне сказали, сюда будут приходить различные герои для того, чтобы попасть вовнутрь. Здрасте. Вы хотите это в дверь попасть? Но знаете, я вам скажу, что вам нельзя туда попадать, потому что как бы... Ну просто прекрасно, первый рабочий день, и меня сразу же убили. Вы понимаете, я вообще ничего не успел сделать, капец какой-то. Ой, господи, это, здрасте, извините, я там немножечко накосячил, вот, меня убили, все дела. О, скажите, пожалуйста, а что случилось на вашем рабочем месте? А, ну я, короче, стою, охраняю двери, значит, подошел какой-то Джеки Чан 4 уровня и отфигачил меня. Месяц 4 уровень всего лишь? Как вы смогли проиграть герою, который на несколько левелов меньше вас? Да я, короче, да я не знаю, я не ожидал, что он так быстро начнет меня бить и не успел ничего предпринять. Вы для него высокоуровневый босс, вы не могли его прыгать. Вы понимаете, что вы можете быть уволены? Простите, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, второй шанс, я исправлю. И буду одолевать всех героев, которые хотят пройти в эти двери. Вообще-то у нас так не принято, молодой человек. Я вам так скажу, мы обычно избавляемся сразу же от всех боссов, которые не справляются со своей задачей. Ну вы такой милашка, ну поэтому я сделаю вам небольшую скидочку. Спасибо большое, так и когда я смогу приступать к новому рабочему дню? Пройдет маленькое обновление, поэтому примерно один день у вас есть. О, я понял, ну окей, ладно. Ну и тогда погнали, пожалуй, домой. Нужно набраться сил, подготовиться к махачам и так далее. Благо я живу неподалеку от этого места, вон в том особняке, который я получил недавно в одном из прошлых выпусков. Так что О, Папирус, привет! Почему ты пришел так рано? А, да короче, меня победили в первый же день, понимаешь? Первый же герой. В смысле, как так-то? Ты же рейд-босс. Как получилось, он просто подошел такой, тык и убил меня, я вообще ничего не успел предпринять. Погоди, пожалуйста, а ты случайно в резюме не написал левел на несколько чуть-чуть выше, чем у тебя есть? Ну, у меня первый уровень вообще, как бы, да, ну, а он говорит, что четвертый, это не на несколько уровней меньше, чем у тебя. Ну да, я в резюме написал, что у меня 7 уровень. А ты издеваешься, что ли? Ну нельзя так делать. Если тебя сейчас еще раз так... А как я буду на работу устраиваться? А ты чего? Ничего, что у нас немножко с деньгами проблемы. Это как бы вот это особняк нужно на что-то содержать. Ну это понятное дело, но блин, слушай, ну надо тогда как-нибудь прокачаться, наверное, или что-нибудь по типу этого. Может у меня откроются какие-нибудь новые скиллы, и я смогу побеждать всех врагов просто одной левой пяткой. Ай, так, нужно придумать что-то с твоей прокачкой. Так, а погоди, кроме тебя есть еще рядом какие-нибудь врата, которые охраняют босс? А, да, и там был какой-то паука, свина, медведь, что-то такое. Какой у него левел? А, у него? Да я не помню какой, но я думаю, я его смогу одолеть. Он, в принципе, выглядит довольно-таки безобидно. Надо будет его победить, но без проигрышей, понял? Если ты умрешь, то... Хотя у тебя первый левел, сюда теряешь. Ладно, пошли. Ну и я хочу прокачаться, потому что, кстати, я никогда не прокачивал Санса. А если его прокачаю, возможно, там откроются какие-то суперскиллы. Так, окей, погнали, босс находится в той стороне. Ну да, телепортируйся, давай, я ножками пошел. Ну вот он, паука, медведа, свин, видишь? То есть он нападает на всех, кого... Ой, тут он уже походу нападает. А, господи, ё-моё, офигеть он сильный, блин, такими темпами я буду его довольно-таки долго... Ой-ой-ой, я, кажется, врата поджёг. Ну, слушай, на самом деле это круто, потому что они сейчас сгорят, и мы сможем туда пройти. Нам ничего там не надо, нам нужно только опыт и все. А, ну, в принципе, логично. Так, паука, медведа, свин, иди сюда, ща мы тебя разгасим. Ай-яй-яй, полсердечка оставил мне. Давай, помогай мне, Папирус, главное, чтобы я его добил. Главное, чтобы ты его добил. Походу, вратам вообще кирдык. Ну да, и походу лесу тоже. Ну ничего, паука, медведа, свин не справился, его уволят, все нормально, так что давай его отфигачим. Ты думаешь, это правильно? По сути, это же твой коллега. Да, и что? Мне нужно прокачаться, я его ну, я его видел один раз, но мы с ним не общались, потому что я его язык не понимаю. У него есть язык? Ну, наверное. Так, ну, короче, все, пофиг, давай, у него осталось совсем чуть-чуть хп, и прокачка уже очень и очень близко. И я знаю, что я могу себя прокачать несколько раз, и если я прокачаю себя, то там реально откроются какие-то скиллы. Все, давай, паука, медведа, свин, до свидания. То есть, погоди, Санс, у нас были ситуации, где твой, ну, как бы левел нам нужен был, и ты только сейчас решил прокачаться? Ага. Все, отходи, отходи,
не я его должен убить. Я понимаю, как бы тоже урон наносит. Получай! О, папирус, у меня открылись новые скиллы. И врата разрушились. Ну это ладно, подожди. Я могу открыть портал в Undertale. И могу... Так, что я могу? Чего, блин? Я... Санс умеет проходить сквозь стены. Чего ты видел хоть раз такое? Смотри. Оп, оп. А давай проверим одну вещь. А какую? Давай я попробую стрельнуть тебя из лука, а ты как раз таки попробуешь включить эту способность. О, давай, 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 давай. Все, я включил способность. Давай, стреляй в меня. Раз, два, три. Ладно, на стрелы оно не работает. Так, слушай, давай попробуем открыть какой-то портал. Ну слушай, новый уровень мне уже нравится. Интересно, а что будет дальше? Открываем портал. Там открылся портал, давай быстрее. Опа-на. Чего, блин? Мы попали вот сюда, где я на работу устраивался, в город. Серьезно? А у тебя точка спавна здесь не стоит случайно? Ну, возможно. А, возможно, оно просто ведет меня на точку спавна. Ну слушай, мы прокачали меня всего на один уровень, но сильнее толком я не стал, потому что у меня открылось всего два новых скилла, которые позволяют делать вот так вот. И это я могу пугать своих противников. И это я смогу подсмотреть, что находится за дверью, которую мне поручили охранять. Хотя, блин, так неправильно делать, меня из-за этого могут уволить. Ладно, разберемся. Короче, мне бы какую-нибудь... О, папирус. Да. А ты не знаешь, где достать какую-нибудь броню для скелетов? Так, для скелетов не скажу, но я знаю, что у нас у торговца есть примерно... А, у него есть броня, кстати, новая. О, балдежненько, так что отправляемся к торговцу, сейчас закупимся броней, и я стану самым сильным и самым крутым боссом. Здравствуйте, а можно у вас броню прикупить? Не подходите близко, пожалуйста, вы будете в опасности. В опасности? В смысле, как мы будем в опасности? Ты вообще знаешь, кто я? Я понимаю все, милорд, но разбойники следят за мной, но они и так забрали все, что у меня было. Разбойники? Блин, то есть они забрали новую броню, которая у вас была? И выручка, и броня, и как бы моя последняя жена, которая осталась. Так, окей, в какую они сторону пошли? Они прячутся где-то за мельницей, либо лесопилкой. За мельницей, либо лесопилкой. Так, папирус, ты знаешь, где это? Это примерно вот в той стороне, если идти прямо несколько часов подряд. Только жена моя, не забирайте! Кого, блин? Ладно, папирус, давай быстрее беги, там разбойников надо отфигачить. Иду, иду, ну ты-то у нас... А, господи, телепортейшн инжейшн, блин. Так, а вот как раз-таки и та самая мельница, которая, скорее всего, нам и нужна. Допустим, окей. Так, теперь нужно найти здесь разбойников. Ага! Нет, здесь нет разбойников. А где разбойники? Папирус, ты видишь кого-нибудь? Мы прошли мельницу. Есть еще лесопилка. Она чуть-чуть дальше. Только будь осторожен, если это разбойники, это очень опасно. Ты еще, ну, как бы ты скелет, у тебя, ну, хп, тебе аккуратнее. Да все нормально будет. Опа, она, а вот это, по-моему, разбойники. А ну пошли отсюда. Это вы всю броню поворовали. Давай, до свидания. Ну, доставайте все, что у вас есть. Че, в смысле доставать? У нас ничего нету. Ай, господи, я как понимаю, мне придется самому все сделать, да? Да в смысле самому? Я тут тоже, между прочим, гастер-бластер делаю и кидаю кости в них. А ну пошел отсюда. Так, я сейчас заберусь в какой-нибудь из домов для того, чтобы пос... А, меня чуть не убили. А ну-ка пошли отсюда, господи. Это атаман, какой-то главный чувак, по-видимому. Помоги мне, пожалуйста, он очень сильно бьет, как бы... Ух, он мне армор сейчас сломает. Да все нормально, ты держись, главное, да не подходи к нему так близко, господи, у меня же есть гастер-бластер. Гастер-бластер. У меня урон идет от огня в основном. Че, меня поджигаешь постоянно? Я не поджигал тебя ни раз. Ты че такое несешь? О, все, мы его убили, но здесь в доме куча разбойников. Ага, привет. Не ожидали меня здесь увидеть? А, ну пошли отсюда. А, все нормально. Давай, заходи. Заходи, бей их, все нормально. Другие дома еще. Так, другие дома. Ой, тут дом весь сгорел. О, разбойники, ну пусть горят, пусть горят. Так, а тут у нас... Ой, господи, здесь тоже несколько штук. Но этот дом тоже, к сожалению, сгорит, господи. Только один дом у нас, получается, не сгорел. Надеюсь, припасы будут именно в нем, потому что если сгорят все припасы, это будет печальненько. Так, о, алмазный топор и немножечко еды. Неплохо, неплохо. Так, а что в этом домике? Капец. Я бы не советовал залазить в дом, который почти сгорел полностью, алло. Да нормально, все, здесь куча сундуков, куча алмазных топоров. Что такое? Здесь ничего нет, вообще ничего нет. Так, что там ты нашел? А, нифига себе, блин. Ой, это я заберу, пожалуй, себе. Вот это, вот это, вот это. Немножечко золота заберу. В принципе, все остальное можешь забирать себе. Главное, чтобы у меня был армор. Посмотри, я теперь похож на супербосса. Может, шлем хотя бы снять? Но он мощный очень. Вот так, что ли? Ну, хотя бы так. Ну, будешь драться, можешь оставить. О, балдежненько. Так, короче, все. Ну, смотри, новые скиллы мы получили. Всего два скилла. Надо получить больше, во-первых. Так, во-вторых, броню мы получили. А в-третьих... Блин, слушай, вот я заметил, что у меня все время всего одно сердечко. Может, мы каким-нибудь образом можем прокачать Санса так, чтобы у меня появились дополнительные сердечки? Монахиня говорила, что у Эль...
эльфов есть маленький секрет о их долголетии. То есть, мол, у них какой-то есть эликсир жизни, то ли фонтан жизни, какой-то солнечный колодец, грубо говоря. Блин, что-то звучит как-то нереалистично. Ну ладно, погнали к этим монахам, может, фонтан жизни, эликсир жизни. Только она в городе живет. А, в город? Погнали в город тогда. Тогда давай сократим, пожалуйста, я так по этим улицам, дорогам устал бегать, давай вот посюда. А мне без разницы вообще, я телепортируюсь, а вот и город, все, я в городе. А теперь жди меня тогда. Eventually. Так, Папирус, рассказывай, где живет твоя вот эта монахиня? А, где-то вот, а, вот оно здание. Ага, понял, вот это. Ага, здравствуйте. Здравствуйте, вы постоялец? Какой постоялец? Не-не-не-не, я защищаю там, да, короче, врата древние. Какие-то, я постоялец. Я перепутал, потому что мы братья. Давай-давай. Это мой брат, он немножко недалекий, но да, это... Скажите, пожалуйста, о, великая монахиня, вы не знаете, где здесь есть эликсир, жизни? А, вы про эльфийскую песню? А, ну он находится в лице эльфийским лесом, маленькое поселение эльфов. Маленькое поселение эльфов за эльфийским лесом? И что там? Ну, там есть некий эликсир, который может дать вечную жизнь, либо, усилить ваше здоровье. О, нифига себе! Все, Папирус, погнали быстрее, нам по-любому нужно! Какое оно? Эльфы достаточно недружелюбные ребята и могут вас сначала либо вежливо послать, или очень грубо ударить вас с гильотиной. А, да, нормально, я босс, я с ними справлюсь, если что. Босс, который в резюме написал на несколько левелов больше, поэтому давай-ка не выпендривайся. Да тихо, все нормально, ща мы прокачаем мне еще и хп, и тогда я стану самым сильным Сансом из Эндертейла. А может еще пару скиллов новых получим? Так, а выход где вообще? Примерно где-то вон в той стороне. Я уже понял. Сас, смысл спрашивал. Так, вот, значит, эльфийский лес, а это поселение эльфов. Да, у них, посмотри на их уши, это по-любому эльфы. Погоди, стой, она сказала, что здесь очень опасно, они не слишком дружелюбные, понял? Ага. Поэтому разговаривать давай буду я, а ты... А я чё? Давай просто я сначала буду разговаривать. О, это, походу, не главный. Здрасте. Вы кто такие? А, мы, короче, от монахини для того, чтобы получить эликсир жизни. На людей вы не похожи, какие-то скелеты. Ну-ка, скажите, кем при жизни были? Мы не помним, кем мы при жизни... А, чё? Эльфами. А, эльфами мы были, да. Ну-ка, давай-ка ответь, кто твой папочка? Чего, блин, кто? Что он несет? Скажи Иллидан, не знаю, какое-нибудь рандомное имя. Иллидан. Так, вроде все сходится. О! Ага. Что хотели вообще от нас? Ну вот, эликсир жизни, это эликсир жизни, да? Неважно, что это такое, и чужакам эликсир жизни не полагается, понял меня? Ладно, Бэ, короче, я его отвлекаю, делай, что хочешь. Это, скажите, пожалуйста, как такие длинные уши можно отрастить, такие красивые? Вы что делаете? Офигеть, Папирус, ты видел? Я высосал весь этот океан. У меня тут новые скиллы появились. Это что такое? Так, а ну-ка, ударим его. О, я могу останавливать противников, и они не двигаются после моего удара. А еще здесь есть какой-то ультрарежим, который... О, я чего? С одного удара их выношу, что ли? Они меня пробить не могут. Папирус, офигеть, вот это я Санса вкачал. А ну-ка, идите сюда, братишки. Я даже рукой буду драться. Чё-то вы какие-то ультра слабенькие. Посмотри, сколько я ему хп снимаю. Офигеть. Я знал, что вы предатели. Да вы не предатели, мы это боссы просто. И он мне, кстати, вообще ничего не снимает. Так, молодые. Да и вообще мы даже не эльфы, господи. Нашли кого спрашивать. Ага. Мы же скелеты. Ой, я все. Мы всех убили, что ли? Берем монатки и валим отсюда. Какие? У нас нет вещей. Ладно, неважно, все. Слушай, я теперь точно достоин стоять на двери и защищать ее от разных героев. Потому что я, по-моему, прокачался на самый максимум. Офигеть. Еще никогда в жизни у Санса из Undertale в Майнкрафте не было столько способностей, господи. И какой у тебя теперь левел? А, у меня левел 3. 3. Но 3 это максимальный вообще-то для скелетов. Может там градация какая-нибудь, мол, типа, один левел, там, типа, может, там, не знаю, 10 дополнительных человеческих. Возможно. Ну смотри, свинюх я убиваю с одного удара. А если я выключаю супер режим, то я убиваю их довольно-таки долго. Но! Смотри, я даже на тебе могу показать. И ты двигаться не можешь, посмотри. А это как способность, кстати, полезная на самом деле. Ты, грубо говоря, отключаешь свой враг. Так, да не бей ты меня этим ударом. Да, я просто вот все замедлил. А сейчас я могу сильно тебя стукнуть. Ой, прости. Спасибо тебе большое. A few minutes later. Ну что ж, ребят, я думаю, теперь точно можно отправляться к этим воротам и отстаивать их. Так, сюда. Блин, так интересно, что там, хочется заглянуть хотя бы один глазком. Но пока нельзя. Ладно, теперь просто будем стоять здесь и ждать нового соперника. Интересно, а какой он вообще будет? Не понял?
Эй, чё за молодой человек? Так, активируем сразу все скиллы. Привет, привет! Ниндзя 2008 третьего уровня! У-у-у! Так я его, смотрите, останавливаю, и он не может ко мне подойти, потому что я слишком сильный для него. Гастер-бластер! У-ху! Неплохо, неплохо. И просто посмотрите, он стоит от безысходности, не может двигаться. Эй, братишечка, давай-давай с тобой подеремся. Так уж и быть, я сделаю так, чтобы ты не мучился, и быстренько тебя убью. В принципе, это прям изи. Офигеть, я стал сильным Сансом из Undertale. Получай! Так, гастер-бластер! У-у, все, мы его расфигачили, получается, офигенно. Ну, а теперь отправляемся опять к воротам для того, чтобы ждать следующего соперника. Работник с ворот номер 7, придите, пожалуйста, в административную стойку. Блин, а у меня какие ворота, 7 или не 7? Ладно, неважно, давайте на всякий случай сбегаем в административную стойку. Что-то мне это не нравится, это меня вызывают. Не слышал до этого, чтобы вызывали. Хотя да, я ж работаю второй день. Ну ладно, неважно, короче, отправляемся к работодателю. Так, ну я пришел, здравствуйте, что случилось? Скажите, пожалуйста, какой вы сейчас левел? Я третий. Так, дайте-ка я вас оценю, посмотрю по мере монстра. Что, у вас 38 левел? Какой? 38-й, ну, наверное. Вы же понимаете, что вы не подходите для ворот 7-го уровня. Что случилось с вашим левелом? Вы писали в резюме, что у вас 7-й левел. А, ну я немножечко прокачался, чтобы стать посильнее, вот почему бы и нет. Нам придется снять с вас ворота и поставить на вот какую-нибудь замену, ну, а вас придется уволить. А вы издеваетесь, что ли, вообще офигели? А ну пошел отсюда, гастер-бластер! У, мощно, гастер-бластер! А, ой, какой-то этот чувак, блин, исичный был. Так, ладно, и что, они собрались ставить... города! Чего? Санс. А. Сейчас только что произошло что-то. Что случилось? Я же тебе сказал, валим отсюда быстро в дом. Что такое? Что случилось? Да тут, короче, меня уволили, я что-то психанул и убил этого чувака. Внутри города? Ты издеваешься, что ли? Ты замянем это дело. Так скажи, почему тебя уволили? Потому что я левел прокачал, он говорит, у меня 38-й уровень получился. Как ты мог перекачать? Тебе нужно было всего лишь поднять с 1-го до 7-го, Сан. Да я откуда знаю? Ну, короче, ладно, неважно. Слушай, но он сказал, что на место меня поставят какого-то другого босса. А учитывая, что тебя уволили. Мы можем на него напасть! Все, погнали, погнали, погнали! Ну, я нападу, а ты посмотришь, чтобы тебя не ранили, там все дела. А, я даже суваться не собираюсь, поэтому делай, что хочешь. 3 hours later. Так, чё-то я никого не вижу. Походу, никого еще не поставили на ворота. Но раз меня уволили... А, нет, кого-то поставили. Я хотел сказать, раз меня уволили, можем посмотреть, что там внутри. Но активируем все свои скиллы и начинаем. Так, чё это вы... Кто это вообще такой? Привет! Я пришел от ворот. Нифига себе! Ваш голова. Не сломаешь, я тебя просто замедлю, и ты не сможешь двигаться вообще, потому что я сильный, вот, понимаешь, да? Ханс, не жми его к главным воротам и не подожги их, потому что если мы их разрушим, мы туда войти не сможем. А, ну ладно, Зульдрик, что у него за имя такое странное? Ну смотри, я его бью, и он двигаться не может, это просто офигенно. Они наняли демона на место босса, серьезно? Ну да, какой-то демон. А, он меня ударил, и он меня пробил, братан, ты чё? Кстати, какой-то мощный босс, у него что-то хп прям много. Вон тех мы, я помню, убивали очень и очень быстро. Хотя, в принципе, логично, это же босс. И давай, Зульдрик, гастер-бластер! И гастер-бластер! И добиваем при помощи руки. Бум, готово! Это значит, что мы можем теперь пройти в дверь. Интересно, что там я... Я всю серию хотел узнать, что там! Точно? А ты же мог просто вот так вот подойти и открыть дверь, посмотреть, и все. Я нет, не... Ну, меня уволили бы тогда. Так, подожди, я бы... Нифига себе! А теперь я могу открыть эту дверь, потому что как бы босса-то мы убили, все, дверь наша. Офигеть, посмотри, здесь куча алмазов, куча золота и куча золотых яблок. Яблочки. Если хорошо. У тебя есть кирка, собирай все. И короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и конечно же подписывайтесь на наши каналы. Ну а сегодня мы прокачали Санса до максимального уровня. Всем удачи и всем пока! И паук-медведосвин. А, да, и паук-медведосвин был.